I love Bali. Yeah, I love Bali. It's still safe to visit. Please come to Bali. Come to Bali. Oh, thank you. Thank you. Don't worry. Bali safe. My name is Genoa. Ребята, если вы еще думаете, куда подписаться, сидите дома, вам некуда пойти. Вы просто мучаетесь, потому что коронавирус. Везде вокруг коронаминус. Я вам советую подписаться на канал настоящего Дениса, потому что вы увидите настоящее Бали. Без всяких вот этих красивостей, а то, как оно на самом деле есть. Со всей жестью, которая здесь есть, со всей правдой, которая здесь есть. Ну и, кстати, да, и без красоты тоже никуда, она тоже здесь есть. В общем, настоящий Денис, подписывайтесь. Пяу! Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. На руках, на ногах, наши Versace. Я лежу в свою удачу, пока ты ведешь себя как мальчик. Я поднимаю больше, чем трачу. Эти рэперы зеленые, они не могут поднимать даже на том, что умеют. Все мои тикеты зеленые, я вижу, как мои пацаны богатеют. У нас больше нет проблем, они были из-за недостатка денег. Я на фейстайме с отцом, вижу, как он молодеет, как мама молодеет. Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. Роликсы, брюлики, золото, платина, тачки, дома выбирает моя семья. Ты хотел быть, как я хотел быть, как я. Всю страну интересует ли нахуй я. Девочки спят и видят меня по ночам, их аномально влечет. Чуваки втихаря про меня пиздят, но при встрече молчат. Я ни при чем. Ребят, я сейчас нахожусь в самом центре острова, в Убуде, и народа тут нету. Все туристы, которые были на Бали еще неделю назад, все улетели в свои страны, поэтому этот остров сейчас пустует. Неплохо, чтобы сейчас как раз-таки начать контент, который показывает жизнь Бали с нуля. В жизни все случается так, как должно быть, и поэтому то, что я сейчас на Бали, в такой огромный карантин, который сейчас по всему миру, но я чувствую себя спокойно, свободно, я этого не боюсь, поэтому сейчас нужно просто правильно питаться, мыть руки, соблюдать меры предосторожности и, конечно же, заниматься спортом. Сейчас я направляюсь в зал ММА, Бали ММА Team, где тренируется Алистер Аверим, когда прилетает сюда. Кушай, спи, тренируйся. Нет, к сожалению, он для меня очень дорогой. 3,5 миллиона рупий, это примерно $300. Пока я не готов платить такую цену. Конечно, приехал сюда заниматься активным образом жизни, но не настолько, чтобы отдавать столько денег. Я лучше эти деньги себе вложу в жилье. И поэтому я сейчас найду подешевле тренажерный зал. И в тренажерке буду тренироваться. Восполнять все это, конечно, буду бегом, буду качаться, буду бегать, еще и буду серфингом, скорее всего, заниматься и йогой. Конечно, вот это все, если в комплексе я буду делать, будет классно. А так, чтобы встретиться с Аверимом, я так думаю, нужно просто следить за его инстаграмом. Если он приедет сюда, конечно, я первым делом сюда приду и просто буду разовые себе покупать. Поэтому зал Wanderlust, он находится на Пути. Если что, кому интересно, я на него ссылочку оставлю в описании, на его реквизиты, где он находится, на местоположение. Кому будет интересно, заходите сюда, посмотрите. Тут очень много интересных, здоровых, накачанных, что мужчин, что женщин. Все красивые, все на спорте. И действительно, это вот, такие люди мотивируют заниматься здоровым образом жизни. Да. И вот вчера как раз-таки, когда я с девочкой, ну, мы сидели на пляже, она говорит, что почему русские мужчины себя забрасывают и не качаются, так как это делают европейцы. Я все это объяснил тем, что много работают, приходят домой уставшие, ложатся спать, и поэтому, собственно говоря, нету времени на спорт. Ну, не все, но, конечно, да, европейцы, понятно, почему они тренируются, потому что у них уровень жизни выше, соответственно, денег больше, много времени на саморазвитие. Но ничего, мы будем над этим работать, что Россия, что Казахстан, что Беларусь, все страны СНГ, я думаю, что со временем мы когда-нибудь перешагнем Европу и будем намного жить лучше, чем эти страны. Но, конечно, это все
Мало пока в это верится с учетом положения нынешних дел, но все же я надеюсь на это. Я наслаждаюсь эмоциями, которые испытываю, когда я путешествую. Часто когда знакомлюсь с новыми людьми, когда вижу какие-то интересные места, это прям, я считаю, истинное счастье для меня. В каких странах была? Италия, Франция, Германия, Таиланд, Турция. В Турции я жила, в Стамбуле 6 месяцев жила. Испания, Чехия и Австрия. Ух ты! Где самые красивые мужчины? Самые красивые мужчины в Италии. Да ладно? В Италии, они точно такие горячие. Сейчас распространяется коронавирус, и в связи с этим люди в основном защищают себя с помощью масок. Но мало кто знает, что нужно защищать глаза. Очки – отличное решение проблемы. Так как лишний раз вы не будете защищать глаза, и человек, который находится рядом, не передаст вам нежелательную жидкость воздушно-капельным путем в слизистую глаза. Очки теперь не только средство коррекции зрения, защиты от солнечного излучения, но и предмет, который может стать помощником в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более того, сейчас все переходят на удаленную работу и много времени проводят за компьютером. Важно иметь защиту от вредного синего цвета. Элит-оптика делает очки для работы за компьютером, даже если у тебя хорошее зрение. А также ты можешь воспользоваться услугой как бесплатная доставка. Ныряй по ссылке в описании, все реквизиты указаны ниже. Все, мы проснулись, сейчас мы едем прямиком на водопады. Сегодня ночью на Бали было землетрясение, вот, кстати, прямо в этом районе, 6,4 балла. А почему мы его не слышали? Ничего не почувствовали. Счастье кажется нам гигантским, оглушительным и сверкающим, как салют. Встретиться с ним, велики ли шансы, вот вырасту, вот перееду, вот накоплю. Счастье махина, взобраться попробуй, издали видно, но сколько туда грести. А если все не так, вдруг оно меньше микроба, такое, что можно не заметить и пропустить. Сбивающие пыль, первые дожди, запах молодых почек в смоле. Я рад делиться с вами такими впечатлениями. То, что кто еще не видел такого, он увидит через мой канал красоту этого мира. Да, действительно, сколько в мире мест, которые хотелось бы посетить. И я не представляю, насколько планета огромная и сколько в ней есть всего такого таинственного, чего хотелось бы увидеть. Да, путешествие, наверное, это сейчас для меня самое главное в этой жизни. И, конечно же, чтобы все люди, которые смотрели мой канал, они мотивировались двигаться дальше, не сидеть в своем родном городе, а бросать все ради того, чтобы наслаждаться такими моментами. Действительно, это прекрасная жизнь. Это прекрасно. Я рад, что как автор, как режиссер своего канала я могу с вами поделиться этим всем. И мне радостно то, что вы сейчас смотрите, у вас у кого-то даже, возможно, захватывает дух, но вы... Просто, ребята, возьмите билет и просто приезжайте на Бали. Это нереальное место. Тут собрано все, что вам нужно. Нереально классный город. Кто думает, что тут нету работы? Нет, ребят, работа есть. Я все никак не могу доехать к своему другу, с кем я сегодня записываю интервью. Его зовут Никита. Он бизнесмен. Ему 24 года. И он открыл кальянную. Я сегодня хочу узнать, насколько этот бизнес ему приносит денег в месяц. Какие трудности у него были при этом и... Что он прошел здесь? Ты на Бали сколько? То есть я приехал сюда 3 раза как турист. Первый месяц я пробовал и просто проникся. Мне понравился Бали, но я не знал, что здесь можно делать и насколько здесь можно оставаться. Я ничего еще не понимал. Просто весь месяц катался на мопеде вокруг острова. Второй раз и третий раз я уже приехал более осознанно сюда. По 2 месяца я здесь провел. И вот только на... Как раз конец 3-го раза я понял, что хочу что-то здесь сделать. Вот. Понимание, что было очень размыто. То есть я понимал, что должен быть какой-то офлайн бизнес, потому что от онлайна я уже устал. Мне хотелось работать с клиентом, мне хотелось работать с персоналом, набирать команду и так далее.
Вот, и как раз в тот период времени появилась Саша, мы с ней обсуждали идею вообще просто сделать какой-то общепит здесь. И, в принципе, в общении родилась концепция, которую мы решили, что было бы круто сделать именно на Бали. То есть мы здесь видели заведения, которые нам нравились, но в которых чего-то не хватало. То есть и мы решили перенести сюда чуть-чуть того, что делают у нас в России. Это, например, кальянная история в заведениях. Здесь они есть, но они очень плохого качества. То есть мы понимали сразу, что если мы будем делать кальяны, должно быть очень крутое качество. В принципе, сейчас у нас считаются лучшие кальяны на острове. Сколько можно зарабатывать на Бали? Мне кажется, безлимитно. Ну, то есть все зависит от количества посадочных мест, от формата заведения и так далее. Важно понимать, что здесь не как, допустим, в России где-нибудь какой-то город имеется, и там, например, средняя ставка по аренде, там на центр города вот такая. Здесь тебя может очень сильно повезти, и ты получишь реально крутое место за очень маленькие деньги. В общей сложности мы вложили где-то 50-55 тысяч долларов. У меня квартира была в Мариуполе, я понимал, что в Мариуполе я больше не вернусь. В Китае я уже не хотел оставаться, то есть нужно было что-то делать. Ну, я решил, что будет классно взять часть денег из квартиры и часть денег из того, что я заработал в Китае, и вложить вот сюда. И здесь возможности не меньше, чем в больших странах и городах. Но здесь ты, вот, например, как сейчас, ты в 30 минутах от океана, ты приезжаешь, ты даже, ну, то есть у меня сейчас последние 3 дня, наверное, напряженка конкретная, но благодаря тому, что я могу выехать на океан, я сейчас успокоился. То есть сегодня я прям релаксую, просто находясь здесь. Вот и все. Сейчас мы посмотрим закат, посмотрим на океанчик, послушаем его звуки. Все, чем тебе не медитация? Советую сейчас не открывать здесь бизнес и не вкладывать свои деньги, просто потому что кризис. Но когда все пройдет, обязательно приезжайте, ищите место, выбирайте отрасль, которая вам интересна. Не обязательно иметь опыт в этом, важно больше, наверное, желание. И советую добавлять 20-30% к тем деньгам, которые вы заложили, потому что в нашем случае мы чуть проебались, если честно. Поэтому, если вы будете открывать здесь бизнес и считать его, то всегда закладывайте еще сверху деньги, потому что здесь есть многоуровневая система, где, например, есть пачалан, это местный банджар, такой вид церкви, которые хотят тоже от вас много денег. Здесь может поменяться цена на аренду, стройка может не просто невероятным образом возрасти. То же самое, там, например, закупка продуктов, цены меняются, и набор персонала. Персонал вы можете нанять как, например, за $100, так и за 150, а можете вообще за 200. Поэтому закладывайте сверху немного денег. Вот это мой совет именно в плане бизнеса в Индонезии, а в точности в Бали. Ссылка на заведение в описании. Я сейчас нахожусь с австралийцами, очень красивые, интересные девочки. Hi. My YouTube channel. Hello, I'm Julian. I'm from Australia. Nice to meet you, Russia. Where are you from? From Russia. We love from Russia. Я сказал то, что я с России, потому что не каждый знает Казахстан, поэтому им легче объяснять то, что я с России. Поэтому, ребята, если что, не относитесь к этому серьезно. What's your name? My name is Denis. 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 Yes. Denis. Denis. How old are you? Denis. D-E-N-N-I-S.
old are you? Yeah. How old are you? 27. 27! 27 is the best year to be alive. Yes. Yeah, you need to come to Australia. It's the best country ever. The lucky country. Она такая милая, господи, блин, почему именно люди с иностранных стран ведут себя так доброжелательно в отношении каждого человека? Тут нереально красивые девушки, и каждая ведет себя очень просто. Чтобы вы понимали, я сейчас просто сижу, снимаю, и мне просто на плечо садится девушка. А? No, I'm YouTube. Здравствуйте. Это что, прямой эфир? Это прямое включение на YouTube. Все прекрасно, мы на Бали. Давно тут? Вы не ожидали? Короче, ребята, она тут 3 года находится. Живет, ей тут все нравится. Живет, поет, танцует. Да. Красиво выглядит. Пытается. Да. В жизни появились интересные моменты, которые тебя окружают, конечно, это совсем все по-другому, совсем другая жизнь. Да, конечно, Питер, Москва, отличные города, но, блин, мне, повторюсь, интересует пожить сейчас в тропиках, попробовать на вкус вот этот вот менталитет. Я думаю, что он на меня благоприятно скажется, и как человек я стану только лучше. Буду делиться с вами интересной, полезной для вас информацией, и если вам это, конечно, будет все интересно, пишите комментарии, не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также, да, ребята, заказываем рекламу, потому что тут денежка очень быстро уходит, и мне тут нужно максимально больше времени находиться. Вот, также хочу вернуться в ММА, хочу заняться триатлоном, хочу плавать, на велике ездить, бегать, заняться саморазвитием, духовной составляющей, но это одно из самых главных приоритетов для меня здесь. Настоящий Денис. Новый сезон, короче. Я не верю, что я здесь. Да. Было тяжело в Алмате, но об этом мы, наверное, поговорим с вами в следующем выпуске. Поэтому лайки. По желанию. Можете дизлайк, можете лайк поставить. Можете вообще ничего не ставить, если ролик не заслужил. Подписку, я думаю, что я достоин. Поэтому подписывайтесь на канал. Давайте сделаем конкурс. Напишите в комментариях, в какую страну вы хотите переехать и почему. Кто напишет самый красочный комментарий, самый бомбический, который мне понравится, я сделаю для этого человека привет от разные приветы от 50 иностранцев, которые здесь находятся. 50 иностранцев на своем языке должны вам передать привет. Это видео будет у меня на канале, да, но не соберет просмотров, возможно, больших, но вам будет приятно. Поэтому 50 приветов от иностранцев. Я думаю, это прикольно. Думаю, вам запомнится. Их стаканы звенят сунтеринга. Мы пьем так, будто выиграли в бинго. Да, это моя вечеринка. Здесь собрались все, кого я любил. Ангелы с бесами вместе контролят у дверь.